поселке Мирный продолжают строить социальные объекты. В жилом комплексе Томилино Парк возводят современную котельную, которая обеспечит теплом весь микрорайон. На каком этапе сейчас работа, проверил глава городского округа Люберцы Владимир Волков. Строительно-монтажные работы на месте будущей котельной стартовали в конце марта этого года. Сегодня уже готов фундамент здания и дымовой трубы. Готовится поставка 3 котлов. Мощность каждого 18 мегаватт. Возведение социально важного объекта идет по графику. Бригада стоит в количестве 50 человек. То есть на сегодняшний день, как мы видим, ведутся монтаж металлоконструкции, ну и последующие перекрытия. Кровля будет выполняться и ограждение сэндвич-панелей стен. Мощность новой котельной составит 70 мегаватт. Этого достаточно, чтобы обеспечить теплом и горячей водой не только те дома, в которых уже проживают люди, но и МКД и социальные объекты, которые появятся здесь в будущем. Вопрос котельной, вопрос отопления в прошлом году стоял остро, так как в начале отопительного сезона была просадка по температурному режиму. То есть тепла не хватало по нормативу. Было тепло, но жители некоторых квартир говорили, что недостаточно. Мы оказали содействие в том, чтобы максимально быстро разместить новую котельную. Дымовая труба будет установлена уже в сентябре, а в середине ноября стартует пусконаладочный процесс. Полностью завершить строительство планируют в конце декабря. До запуска работы новой котельной дома будут получать тепло от старой. Для перестраховки там установили еще один дополнительный котел. Луиза Егиазарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.